Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться вот такой красотой, которую я наблюдаю уже больше недели. Обратите внимание, какая шикарнейшая окраска цветков. Это желто-сиреневый у меня ирис. Вот так вот он разросся очень большим кустом, но просто настоящий букет стоит во дворе у меня, на который я не могу налюбоваться. И глаз оторвать нельзя, если я не постою возле него минут 10-15. Просто заряжаюсь положительной энергией. Такой большой куст я планирую уже рассадить возле забора. Там, где у меня постоянно трава, но так как требует там время, чтобы разработать эти участки. И как только он уже начнет отцветать, и желательно, чтобы прошел дождичек, его будет проще разделить, когда земля влажная и уже она помягче будет. Поэтому жду дождя. И также настроение разработать участки возле забора, и чтобы было хорошее самочувствие. Ирис подождет, когда я все это сделаю. Но сегодня 10 июня, и такое наслаждение и радость любоваться этим шикарнейшим букетом. Такая уже он, я не могу обхватить его даже двумя руками. Насколько он у меня большой разросся. Друзья, я хочу поблагодарить всех, кто ко мне подписывается на мой канал. И также, кто заходит в гости, ставите пальчик вверх. Мне это очень приятно. И поддержка моего канала делает меня более активной, чтобы делиться с вами своими наблюдениями и всей красотой, что у меня есть в саду, огороде. Теперь я с вами попрощаюсь. Всего вам доброго, будьте здоровы, спасибо за внимание. Пока-пока. До новых встреч.